Всем привет! Сегодня последнее воскресенье августа, а значит, какой сегодня праздник? Вы не знаете. Сегодня день шахтеров. Поздравляем всех шахтеров с этим праздником. Вы делаете очень важную и тяжелую работу. А особенно передаю привет и поздравления моему мужу. Привет, с днем шахтера. Ничего страшного, что ты отработал в шахте всего полгода. Неважно, все равно ты молодец и классный шахтер. Вот. А мы сегодня приехали в Кохтланиме. И здесь, собственно говоря, проходит праздник, посвященный Дню шахтера, разные мероприятия. Есть зона для детей, где показывают разные фокусы, рисуют на лицах. Есть большая сцена, где выступления. Будет сегодня Танель Падер, например, выступать. Есть различные спасательные службы, с которыми можно разговаривать. Они рассказывают очень много всего интересного. Кстати, главное не стесняться, а реально задавать вопросы, потому что, ну, в такой вот личной беседе, не знаю, как часто вы можете себе позволить, не знаю, там, например, с теми же пожарными или с работниками скорой помощи. В общем, мы здесь гуляем. Очень интересно, мне нравится. Покажем обязательно, как празднуют День шахтера здесь, в Кохтланиме, рядом с бывшей шахтой Кохтла. Оставайтесь с нами. Я первый раз на таком мероприятии, она действительно очень классная. Концерт был потрясающий. Танель Падер, Таня Михайлова, Алика. Все пели вместе разные известные песни. Зажигали, танцевали, хлопали, заставляли людей подпевать. В общем, мне еще понравилось то, что здесь есть разные зоны. И спортивная зона, и для детей. И можно было перекусить. Все супер организовано. Впечатления отличные. День ВДВ, ВДВшники купаются в фонтанах, то на День шахтера мы решили искупаться в карьере. Карьер называется Айду, собственно говоря, выработка сланца здесь велась, а я буду нырять. Надо, главное, собраться с силами. Ёскин, холодно. Thank you.
Вообще водичка здесь очень классная, освежающая. Тут вот, правда, бьют источники, вот тогда вот она прям уже ледяная, вот там внизу. Я тут плаваю и охлаждаюсь. Удивительно, что в этом году вообще у нас август выдался таким жарким. А вообще мы здесь раньше уже были, и даже есть видео на нашем канале, посвященное места добычи сланцам. И раньше вот здесь была такая классная платформа, с которой можно было нырять, и гораздо удобнее было здесь купаться и заходить в воду. Вот. Но поскольку это видео вы наверняка пропустили, и чтобы не пропустить следующие, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, так YouTube продвигает видео. Это для нас очень важно. Все, всем пока и до скорых встреч. Мы будем продолжать путешествовать.